Привет, друзья! Это исследователь. Хочу рассказать состояние банковской системы в России июль 2017 года. Можно сказать, что произошел крах, потому что монополизация, вот эти государственные, псевдогосударственные банки около 70%. Это Сбербанк, ВТБ-24, Россельхозбанк. ВТБ-24, ВТБ. То есть это, по сути, тот же самый Советского Союза Сбербанк, который херовый, и в итоге деньги ваши пропадут, как в Советском Союзе. А те нововведения, например, вот 24 часа или банкоматы, это просто... У иностранцев они купили старое оборудование, это никакие не достижения. Если вы будете сравнивать просто старое время, когда стояли, а сейчас я могу через интернет-банк зайти, это в корне не меняет ситуацию. Есть просто вы, вас киданули через, дали ссаные бумажки никчемные, которые ничего не стоят и ничего стоить не будут, и фактически у вас ничего нет, то, что в банке лежит. И все, по сути, этот один банк, 70%. И ну, вот эти несколько псевдогосударственные, которые на самом деле банде Путина принадлежат. И остальные банки есть, да, иностранные, но они зарегистрированы здесь, как местные ОАО, ой, ПАО, блин, поменяли форму. Название дебилоидное поменяли ОАО на ПАО. Кучу денег на этом срубили. Был у меня ролик про это мошенничество, и... Эти банки то же самое, чисто российские, а под контролем банды этой московской, то же самое, кидают и киданут вас через них. Поэтому, можно сказать, крах произошел уже. Как спасти это, естественно, в иностранные банки перекладывать, в землю прятать, какую-то валюту, криптовалюту покупать. Ну, еще люди пытаются в ячейки класть деньги, чтобы без контроля было, но через ячейки тоже воруют и ничего не скомпенсируют вам. Поэтому вот такая вот ситуация. А, еще часто люди говорят, ну вот какие-то пенсии же выплачивают, еще не совсем крах. Ну да, вот эти вот какую-то нищенскую копеечку, 8600, сколько там, выплачивают. Но уже идет к тому, что... Скоро перестанут выплачивать вам вот эту нищенскую копеечку. Ну и, в общем-то, это неплохо. Такая система, как Советский Союз, и сейчас вот это то же самое существует, она не жизнеспособная. А, еще хотел добавить, как должно быть. Должны быть банки с иностранной юрисдикцией со всех точек земли, как сейчас есть, но вот не с нашей, не с местной регистрации, со всех точек земли. И человек просто выбирает. И валюта. Не одна государственная, а какую хочешь валюту. Ну, через иностранные банки он как бы это и выбирает. И все прекрасно будет. Когда созреете, внедрите, и все будет зашибато. Пока что никаких революций не будет. Есть только говноперевороточки. Пока, друзья. Банковский крах произошел.